Друзья, привет! Оригинал видео размещен только на портале «Послушный секрет рыболова». Если вы смотрите его где-то на другом портале, значит, это видео просто скопировано. Переходите, пожалуйста, именно на «Послушный секрет рыболова». Это может быть YouTube, это может быть Яндекс.Дзен, это может быть канал «Пульс». Переходите, подписывайтесь. Так вы поможете автору развиваться. Итак, начинаем. Очень часто меня мои друзья на шашлыках на даче спрашивают, как ты делаешь такой вкусный лук для шашлыка? Потому что такой вкусный лук для шашлыка редко кто может сделать. Ответ прост. Дело, во-первых, в луке. Сам лук, он должен иметь вот такую продолговатую форму. Я не знаю, это сорт. Этот лук продается везде. У нас на рынках, в Пятерочках, в Магните, там, в Дикси, где только он не продается, он просто имеет вот такую вот форму продолговатую. Есть такой приплюснутый лук, который невозможно вообще есть. Приплюснутый лук, он от него глаза щипит, он на вкус горький и так далее. Вот такой формы вот лук вот берите. Вот. Но это тоже не всегда, это надо попасть. То есть вот сейчас идет сезон, я попал, набрал такого лука, наверное, огромное количество. Вот, и делаю из него лук для шашлыка. Дальше. Оставляем хвостик для того, чтобы удобно было резать. Режем его не тоненько, как красиво там на видео вот так вот они режут. Так я тоже могу резать так. Вот. Но наша задача нарезать красивыми вот такими толстыми полосками. Потому что такой толстый лук, он будет сочный. Вот эту часть не берите. Возьмите ее там для жарки там куда-нибудь в плов и так далее. Берите только вот самую такую, как бы сказать, активную часть. Вот. Берем вот такую толстую активную часть. Она сочная, она вкусная. Теперь, смотрите, здесь вот у меня сахар, сахара больше всего. Я даже не знаю, как по граммам, потому что я все время все на глаз кладу. Ну вот, представьте, вот одна луковица. Одна луковица – это одна чайная ложка сахара. Пол чайной ложки, наверное, соли. Вот. Это кориандр, кинза молотая. И вот самый секретный ингредиент, это вот сумах. Сумах. Он продается везде, на всех рынках, даже в России, в Москве, там, в Петербурге, везде. Он продается везде. Он на вкус такой кисленький, как будто вы щавель жуете. Вот он придает незабываемый привкус вот этому луку. Вот. Мы берем этот лук. Изначально, конечно, хорошо бы его промыть. Просто здесь на видео у меня не получается. А так просто промыть обычной водой. То есть вот так вот его пожамкали. Вот. Сполоснули водой и оставляете. Вот такие вот места, которые... Пупочка передняя. Ее убираем. Ее можно, конечно, съесть, но для гостей не годится. И вот на это количество, вот на это количество... Вот смотрите, у меня пищевой столовый уксус, где 9%. Вот. Я возьму на одну луковицу вот такое количество, смотрите. Вот. Это недоложка. Все. Вот так вот делаю. И оставляю на пару часов в холодильнике. Вы не поверите. Самый цимус, вот весь секрет этого лука, он находится в сахаре. Если вы положите сахар, вот сахар такое и дает. Сумах придает пикантность. Кинза придает неповторимый вкус. Уксус придает вкус детства, вкус СССР. А вот сахар, он вытягивает всю сочность из лука. И когда вы начинаете его кушать, сахар пропадает, лук не сладкий. Пробуйте. Всем добра, всем позитива, всем моим зрителям здоровья и здоровья их близким. До новых встреч!